Почему чуть ли не каждый фильм в наши дни снят про убийство? Видим, что так важно везде видеть смерть. Неужели не лучше снимать доброе кино со счастливым концом? Нет, блин, надо обязательно кого-нибудь убить. Вот я обычный серийный убийца-каннибал. Убиваю изысканно, оставляя полиции следы в виде обглоданных костей моих жертв. Почему такого никто не снимает в кино? Пожалуйста, не убивайте, я вас прошу. Слушай, не плачь. Я тебя сейчас убью, а потом буду медленно... А по-моему, это был не олень. Что, Джон, тебя опять бросила Мэри? Все верно. Я поражаюсь твоей проницательности, Майк. Моя меня тоже бросила. Сочувствую. Вот, Джон, ты мне скажи, вот почему все бабы такие жестокие, а? Может, все дело в грибах? Да, наверное. Я Бэмен, я Пайдемен, я влез из окна, мы друзья. Послушай, может объяснишь уже, в чем дело? Ты это о чем? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Если ты о своем мотоцикле, то я его верну. Я Джейн, и о том, как ты на нее смотришь. Ой, я тебя умоляю, мы взрослые люди. Вот именно. А ты ведешь себя как... Как кто? Тс, тихо. Что? Ты это слышишь? Я ни черта не слышу. Что за... Называем дух Скотта Саммерса. Это что за хрень такая? Что происходит вообще? Не понимаю нифига. Господи Иисусе. Вы издеваетесь? На эти деньги можно было купить енота, а ты купил какой-то сраный айфон. Слушай, тебя не бесит этот тупой желтый пиджак нашего босса? Да, раздражает немного. Да, у него совершенно нет чувства стиля. А ты знаешь, что он сильно переживает по этому поводу? Серьезно? Да, его секретарша сказала. Он даже хотел покончить с собой из-за этого. Секретарша? Когда ты успел с ней пообщаться? Она рассказала это, когда сосала мой член. Да, не умеет она сосать. А давайте оттянемся в эти выходные. Поедем в самый центр темного леса, чтобы рядом были заброшенные хижины со страшными лесниками. Мы приедем такие, сложим мобильники в мешок, мешок положим в машину, машину оставим, набухаемся и разойдемся в разные стороны. А? Да, ведь это самый безопасный отдых. Гениально! Да, наконец-то у меня получилось стабилизировать микрореактор холодного синтеза. Теперь я смогу показать всю мощь этого устройства человечеству. Но заслужило ли оно право обладать такими знаниями? Нет. Оно вечно недооценивало меня. Общество отвергало мои смелые идеи Теперь я стану злодеем в маске, который устроит первый в истории террор над всей планетой.
Я стану великим злодеем. Альфред. Да, Брюс? Кажется, я кого-то сбил. Ничего страшного. Вы же Бэтмен. Да. Я Бэтмен. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. У меня проблемы с лицей. Мне нужна помощь специалиста. Вы могли бы мне помочь чем-нибудь, пожалуйста? Сейчас я проверю. Да, доктор Оркин может вас принять прямо сейчас. Я вас провожу. Спасибо большое, девушка. Доктор Оркин очень талантливый логопед. Он может вам исправить любой дефект речи. Вы знаете, из 33 букв алфавита он себе исправил 32. Здравствуйте, доктор. Можно войти? Здравствуйте. Проходите, располагайтесь, присаживайтесь. Буду рад вас проконсультировать. Проклят Такенза, когда рассказал об этом приколе на форуме. Ах, моя голова. Я по улице лечу, я мороженое. Сука. А ты знал, что когда человек видит проскальзывающий образ фаллического символа, то это явный признак латентного гомосексуализма? Ты сильно не шуми. Не хватало нам встречи с охраной. Да, мне кажется, все палаты заперты. Тогда не будем тратить на них время и поищем кабинет главврача. Там наверняка можно найти какие-нибудь документы, пусть даже старые. Ладно, поищем. Да, у тебя не возникает чувство, что за нами кто-то следит? Здравствуйте, мне нужен мастер. Его зовут Юра, и он педик. Не знаете, где такого найти? Господи, ну сколько можно? Как таких идиотов только земля носит? Вы табличку читали? А ты знаешь, что меня реально бесит? То, что многие режиссеры пихают рекламу своих проектов в собственные фильмы. Это просто ужасно. Это Панда FM, у нас снова фильма «Право убивать». Убивать право... Тихо! Все наткнулись. Рикуля, репетируй. Рикуля отжигает! Это Панда FM, у нас анонс. Я буду озвучивать. Да-да-да. А
ты знал, что когда человек видит проскальзывающий образ фаллического символа, то он пидорас? Хули так мало реплик вообще? Сука.